Здравствуйте, в студии Антон Дробыш, и сейчас я расскажу вам, что ждет знаки зодиака в период с 18 по 24 июля. Этот период для овнов окажется весьма удачным. На работе придется потрудиться, но силы и время будут потрачены не зря. Неделя будет весьма хлопотливой. Овнам придется делать 10 дел одновременно и решать 1000 вопросов сразу. Помощь придет в виде полезных советов. Прислушайтесь к ним. Звезды советуют тельцам планировать важные дела на первую половину недели. В это время удача будет сопутствовать как начинаниям, так и завершению проектов. Работы будет больше, чем вы ожидали, но вы с энтузиазмом возьметесь за новое направление, и ваш труд не останется незамеченным. Звезды говорят, что эта неделя для близнецов будет весьма успешной с точки зрения карьеры. Представители знака смогут показать все, на что они способны. При этом не стоит растрачивать силы на мелочи, хватаясь за все подряд. Выберите несколько наиболее перспективных проектов и вкладывайтесь в них. Раков ждет интересная неделя, но не стоит рассчитывать на легкие победы. Чтобы добиться успеха, придется приложить немало усилий. Рак пятится назад, и в какой-то момент вам придется заглянуть в прошлое, чтобы найти истоки ваших проблем. Вместе с ними придут и решения. Для львов этот период станет временем вдохновения. В эту неделю многое будет делаться по наитию, по велению музы. Наслаждайтесь, но помните, за все творческие порывы придется отвечать, а все обещания исполнять. В противном случае ваша львиная доля в любом коллективе будет потеряна безвозвратно. Для дев эта неделя – не время идти на поводу у эмоций. Все решения должны быть взвешенными и логичными. Когда девы начнут давить на логику, окружающим покажется, что они суховаты. Но победителей не судят. В делах рабочих девам следует проявить настойчивость. Только в этом случае они смогут добиться желаемого. Весы в это время внезапно поймут, что смогли справиться с тем, что раньше не получалось. Преисполнившись сил, представители знака ринутся на новые подвиги, стараясь не замечать мелких неудач. Но лучше будет обратить на них внимание. Помните, тех, кто нашел свой путь, поддерживает сама Вселенная, а неудачи – признак неправильной дороги. Скорпионов на этой неделе ждут невероятные знакомства и удивительные встречи. Представители знака смогут резко подняться по социальной лестнице и оказаться в новом для себя кругу общения. Не стесняйтесь, пользуйтесь по полной программе. Вновь обретенные знакомые со временем станут для вас надежными партнерами и хорошими друзьями. Стрельцы смогут воплотить в жизнь давно задуманное, но сотни раз отложенное. Особенно успешными будут путешествия и смена надоевшей работы на любимое дело. События будут развиваться стремительно, поэтому действовать стоит не откладывая. Эта неделя станет напряженным периодом для козерогов. Вам придется постоянно импровизировать, выбираться из нарастающего клубка проблем. Не поможет даже ваше умение быстро адаптироваться к любой ситуации. Не слушайте чужие советы. Советчики не знают ситуацию изнутри. Полагайтесь только на свои силы. Водолеям этот период перенесет большие перемены, а для некоторых представителей знака станет неделей кардинальной смены жизненного курса. Сначала вы будете сопротивляться и цепляться за старое и привычное, но поток жизни подхватит вас и понесет в неизведанное. Для рыб эта неделя будет не самой спокойной. Звезды советуют представителям знака сохранять равновесие и быть оптимистами, несмотря ни на что. С начала недели настроение будут портить мелкие пустяки и досадные неудачи на ровном месте. Во второй половине к ним присоединятся тайные недоброжелатели, которые будут плести интриги за спиной. В студии был Антон Дробыш. Не забывайте не только следовать советам звезд, но и думать, прежде чем принимать решения.